Всем здравствуйте. Я приехала к приюту. Стоит коробка. Очень интересно. И там кто-то торчит. Эй, чей там нос? А чей там нос торчит? Чей там нос? Вот так вот. Так нам прибавление, да? Нос кошачий. Кто там? Заботливо дырочки прорезали. Что сказать? Я не знаю, что сказать. Заботливо, чтобы не убежал. Скотчем замотали. Прорезали дырочки. Вам подарок. Мы занесли помещение, чтобы никто не убежал. Сейчас будем скрывать подарок. Сюрприз. Спугаются сейчас бедные дети. Я подозреваю, там котята, да? Ну-ка, котятки. Котятки, нет? Ну не бойся, не бойся, шипучка. Ага, ага. Один и второй. Да? Да. А котенка? Девочка? Ну, иди сюда, мой хороший. Не бойся. Ну, вот эти вот такие вот. Девки, да, что ли? Да? Две девки. Две девки. Да. Глазки немножко подтекают. Две девчонки. Друзья, звонки нам поступают постоянно. То там беда, то там. Сегодня, посмотрите, какая жуткая погода. У нас идет снег. А на ступеньках администрации лежит сбитый пес. Плюс, как только мы вышли, начали загружаться, увидели еще кошку. Тоже покусанная и тоже несчастная. Ну что, мой хороший? Что, мой маленький? Сейчас будем смотреть, что с тобой. Сказали, что что-то с лапками. Так, ребят, все, мы едем. А еще подобрали кошечку. Хорошо, что у нас с собой была переноска. То есть сегодня у нас и собака, и кошечка. Так, девчонки, что, едем в приют, будем там осматривать сами. Денег у нас нет на осмотр. Реально, денег на осмотр нет. Наш мальчик вчерашний чувствует себя хорошо. Все, да. Немножко хромает на лапу, но все хорошо. Очень худенький.